Природные пожары относятся к числу опасных и часто повторяющихся происшествий. Сгорают огромные площади, гибнут животные и растения, уничтожаются экосистемы. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего углекислый газ, угарный газ и окись азота. Возникать пожары могут от естественных причин, таких как разряд молнии, самовозгорание, но в большинстве случаев природные пожары являются следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности. Самые распространенные – травяные палы. Жители часто сжигают мусор и сухую траву на огородах и дворовых территориях. Дети, играя, поджигают траву у дорог и на пустырях. Огонь от таких возгораний может быстро распространиться, особенно в ветреные дни. Спасатели призывают соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный период. Не сжигать сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. Не сжигать бесконтрольно мусор. Не разрешать детям игры со спичками. Не позволять им устраивать костры. Не бросать горящие окурки. Не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. Во избежание перехода огня с одного строения на другое следует очищать от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов или гаражей. Если вы обнаружили начинающийся пожар, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно, иногда достаточно просто затоптать пламя. Если же пожар достаточно сильный, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем в подразделение МЧС ЛНР по телефонам 101-202-25, 072-103-13-66.